Всем привет! Сегодня ветреная погода. Мы будем тестировать прототип РПГ-7. Возможно, меня будет плохо слышно. Значит так. Прототип РПГ-7. В основе своей труба алюминиевая. Сверху напечатан на принтере. Бакелитовые накладки оригинальные. Стреляет иглами от страйкарта. Зарядка. Так, значит, мои подозрения. Возможно, оторвет жопу при выстреле. Или крепление. Так что сейчас будем проверять. Чтобы наверняка пробило, используем мой танковый аккумулятор от Proteus 2. У меня даже предохранитель есть. Бахнем. Секундочку. Сейчас замерю расстояние. Ничего не оторвало. Только в перчатках не достать. О! Снаряд долетел до того красного кирпичного здания практически. Сейчас замерим дальномером. Ну, у меня 168 метров показывает, но мне кажется, это обман. Так, значит, следующий этап испытаний. Я также хотел проверить, насколько крона справится с запуском снаряда. Трещин нет. Так. У меня две кроны, и одна из них разряжена. Я не помню, какая. Эта крона не пашет. Крона не справляется. Еще раз аккумулятором.
Но тут всего метров 70 было. Ракета как-то плохо пошла. Самое главное, прототип работает. Ой. Все, надо дорабатывать модель.